Друзья, как мы вам и обещали, у нас с Нового года новый формат. Теперь в каждом субботнем ролике мы передаем приветы. Но со следующей недели мы будем передавать приветы комментариям от прошлой недели. Причем комментарии мы будем выбирать самостоятельно. Давайте по 3 комментария от каждого ролика. А в этот раз мы передадим привет авторам 6 лучших комментариев от уже прошлого года. Итак, мы передаем привет Евочке-сарделечке. Ковула Фрокси XD, я люблю тебя, Фрокси. Няшки Облачко. Тамфар and Red Darkness. Лизун ТВ, Саша Вэй. И Соня Стар. Эти ребята набрали больше всего лайков под своими комментариями в прошлом году. Ну, как я сказал, с этого года у нас новый формат. По субботам мы перед каждым роликом будем передавать привет авторам 3 комментариев от каждого ролика с предыдущей недели. Итого, привет 9 людям. Так что, друзья, пишите свои лучшие комментарии, чтобы мы их могли оценить, увидеть и передать вам привет. Ну и, конечно, не забывайте, что вы должны быть подписаны на канал и ставьте пальчики вверх. Тогда все ваши комментарии учитываются и попадают в нашу рубрику приветов по субботам перед роликом. Ура! Ну все, пора ролик смотреть, да, Дэн? Да. Да. Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. На каком вы канале, друзья? Бэби-го. И сегодня у нас продолжение игры Маша и Медведь. Маша и Медведь, поехали! Так, Дэн, на чем мы остановились, ты помнишь? Да. На чем? Пока что у нас Маша еще малышка, да? И у нас сегодня что? Обеденный стол. Нажимай. Ага. О, давай порядок наводить. Видишь, что тут нарды разбросаны? Ой, не нарды, шашки. Прошу прощения, друзья. Давай, шашечки надо собрать в ящичек. Наберем порядок. Кстати, друзья, обратите внимание, игра способствует уборке. Так. Давай мне сначала черненькую. Давай, собирай. Собирай беленькие. Так. Давай еще беленькую. Тащи. Угу. Собираем. Где еще? Давай, тащи. Денис, ты спишь, что ли? Машечка ругается на нас. Давай. Клади в дощечку. Так. Еще две, да, осталось? Отлично. Смотри, черная осталась на полу. И это все мне. Так, это что у нас? Правильно, ведерко, да, мусор собираем? Смотри, там еще огрызок у самовара стоит. Лежит яблочный. Давай вот туда же ведро бросай. Молодец. А вот это вот что такое? Бумажка скомканная? А карандаш, как ты думаешь? Карандаш сломанный. Давай его тоже в ведро. Угу. Отлично. Все, мусор собрали. Подожди, нам сейчас расскажут. А, вот еще мусор. Смотри, вот там скомканный клочок бумаги. Давай его с печки в ведрышко. В печке убираем ведрышко, Денис. Денис, не спи. Давай, ведерко тащи, молодец. Так. Там осколок от блюдца, смотри. В кресле осколок от блюдца. Кто-то тут чаепитие устроил, видимо, хорошо посидел. Нет, вот он, смотри, давай я тебе помогу. Так. Смотри, полотенечко надо положить на креслице. Вот, правильно, молодец. Чайничек надо поставить. Молодец. Закрой крышечку чайника. Нет, крышечку, смотри, надо на чайник положить. Это чашечка, это не крышечка. А нам надо с тобой крышечку на чайник. Хорошо, давай я. Так, крышечку положили. Давай, теперь стола вытереть надо. Наведем порядок. Давай папке поможешь. А, вот, ты сможешь сам, давай.
Попробуй правой ручкой. Может, у тебя правую лучше получится, Дэн? Так, куда ты потащил? Не, на стол тащи. Давай, тащи на стол. Так. Ну, хорошо. Теперь смотри, надо поставить желтую миску к самовару. Это чтобы краника не капало, понял? Чтобы здесь лужа не образовалась, надо желтую миску к самовару поставить. Давай. А вот эту сюда. Давай, ты желтую к самовару ставь. Нет, где у нас желтая миска? Посмотри на кресло. Смотри на кресле, желтая миска. Ну, куда ее надо поставить, день? Ну да, к самовару. Молодец. Теперь сахарочки в сахарницу собери. Я соберу. Маленькие, да? Неудобно тебе пальчиками хватать? Сейчас мы быстро порядок наведем. Вот это чаепитие. Это они, видимо, не в шашки, а в чипаевы играли. А это что такое? Как называется? Это что, Ди? Баранка. Баранка, правильно. Давай, клади. Куда? Куда там, где стрелочка показывает, туда и клади. Куда? Куда? А я думаю, что или в мисочку, или в сахарницу. Я не понимаю, что это. Ну-ка давай, папа, попробуй. Сюда. Давай, в мисочку, клади в желтую миску. Оказывается, это не миска, чтобы самовара не капало, а это миска для баранки. Давай. Молодец. Сколько баранки уже положил? Две. Правильно, две. Еще сколько надо? Давай, я третью положу, а ты четвертую. Давай. Или ты сам? Давай, тяни. Не взял. Вот так. Раз. Давай вот отсюда еще из-под сахарницы возьми бараночку. Давай. Оп. Вот тащишь, давай. Тащи. Умница. И блюдечко поставить. А потом чашечку. И у нас порядок на столе. Давай. Я, да? Ты спишь, что ли? И чашечку теперь все. Давай, закончим уже. Все. Давай. Супер. Получен новый ранг «Неугомонная». Окей. Новый рекорд 5 звезд. Играем дальше. Хоккей. Крик победы. Ничего себе, мы будем в хоккей играть, да? Ура! Ну что, нажимай. С пингвином играем. Хоккей. Пчелка ему подлетел. Дай бумага. Ого. Снежок с пингвина. А шайбу в ворота. Поехали. Шайбу в ворота. Ну-ка давай. Давай, папа, ты. А я сам не знаю, как это. Ой, а что мы так? А мы можем передвигаться-то? Я не вижу так, Дэн. Ой, что-то мы с тобой все неправильно делаем. Пингвины попали хоть. Отлично. Давай вот сюда. Сейчас пингвина будем кидать. Раз. Держи, пингвин. Еще тебе, еще, а теперь тебя. Ой, а это что, бонусная? Сейчас мы у него заколотим. Попали в пингвина. А почему? А зачем золотые шайбы, видимо, надо тоже в ворота забивать, Дэн? Ай, пап так не видит, Дэн. Отлично, пингвина. В ворота. В ворота. Пингвина. Ой. Попали. Пингвина. В ворота. Ну все, разошлись. Отлично. Ой, будильничек время добавил нам. Давай теперь пингвина. Ну что-то пингвин все шайбы берет наши. А вот сейчас мы куда? Вниз, да, давай? Вот это зря было. С
Сколько мы еще успеем заколотить? А, нам звезду надо! Срочно! А, время нужно! Эх, ну давай время! Отлично! Попали в пингвина. Но надо успеть. Время истекло. В этот раз мы не набрали 5 звезд. Ну, а что-то мы слабик с тобой день, да? Попробуем повторить? Да. Давай. Ну, поехали. Попытка номер 2. Пингвина. Тут видишь, Денис, надо внимательно чередовать. Пингвина. Пингвина. Вот так вот тебе пингвин. Отбил пингвин. А зачем мы сейчас пингвина? Ой, время попали. Ай, шайбу золотую не забили. А сейчас пингвина. Ой, хорошо, звезду взяли. Пингвина. Пингвин отбил. Ну, кстати, достаточно не так и просто это сделать. Вот, золотую забили. Обманули пингвина. Отлично. И время взяли. Дэн, ты видел? И еще пингвина. Ой. Это отлично, в звезду. Пингвина. Вот так тебе пингвин. И время взяли. И пингвина. И еще шайбу. И пингвина. И золотую. Да, смотри, мы сейчас скоро с тобой наберем 4 звезды. Ну какой пингвин? Ай, надо было в него. Звезда. Звезда. Во время надо попасть. Отлично попали во время. Сейчас пингвина. Вниз. Пингвина. Вверх. Пингвина. Все, мы набрали. Новый ран. Озорница. Супер день. Ну все, заканчиваем на сегодня. Посмотрим, что там за игра. Ой, зачем я выбрал? Да, посмотрим, что у нас следующее. Веселая лесопилка. Ну, это будет, друзья, в следующий раз. Мы сегодня с тобой в Маша и Медведь в какие игры играли? В хоккей играли? Да. Шайбу забивали? Да. А еще порядок на столе наводили, да? Друзья, ну, естественно, мы не заканчиваем. Впереди еще продолжение. У нас до сих пор ранг малышка. Мы будем потихонечку проходить. Ну а вы, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, оставляйте самые клевые комментарии. Не забывайте, что мы ваши комментарии лучше публикуем в каждом выпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч, друзья. Пока!